Привет, с вами Ирина. И что же у нас тут есть? Не догадаетесь. Давайте посмотрим. Вуаля. Что же это, что же? Это львиный зев в феврале месяце. Вот такой вот. И это не из семян. Это черенки. И они у меня уже живенькие, здоровенькие, бодренькие, прижились. Где же, подумаете, она взяла черенки в феврале месяце? А вот где. Вот в балконном ящике у меня удачно перезимовал львиный зев. Вот я его начеренковала и посадила в горшочек. Вот он. Вот такой был. Несколько кустов вытянутых. Вот еще я обрезала. Так что львиный зев не боится таких несильных морозов. То есть он может зимовать. А на балконе у нас... Ну, где-то было при самых сильных морозах, это было где-то минус 2, минус 3 точно было. Вот. Ничем тут было не укрыто, не закрыто. Балкон слегка утеплен. Ну, вот, я же говорю, в самый пик мороза тут 0, минус 2, минус 3, все-таки ночью было. Вот так вот, дорогие, так что можете... пробовать сеять в балконных ящиках львиный зев, потом его сохранить. Вот тут у меня, кстати, клубничка ремонтантная Елизавета. Вот я ставлю фотографию, как она плодоносит. Чувствует горшочки на себе прекрасно и не дает плоды до самых-самых морозов. Вот я ее поливаю таким образом, блеечку, она это очень любит. Не в поддон, не в сам грунт. Вот я лью блеечку. Вот она уже просыпается, видите? Сорт называется «Принцесса Елизавета», ремонтантный сорт. Вот кашпо у нас. Клубника, елочка, крапива любит тут расти. И моя голубая гортензия. Вот макушка у нее, правда, надо было ее накрыть хотя бы газетным колпаком. А я этого не сделала, и у нее обморозилась самая макушка. Пришлось обрезать. А тут она вот просыпается. Замульчировала я сосновыми иголками, она это очень любит, то есть подкисленную почву, подкисленную мульчу. И вот уже чувствует весну. Так, одна хризантемка спит еще, не знаю, будет что-то с нее или нет. Вторая хризантемка шаровидная просыпается. Это спит. Это у нас глициния. Тоже спит еще. Или замерзла. Не знаю, посмотрим. Вот эта хризантема дала жалу. Какая она растила зеленую массу. Все, ей уже солнце греет. Вот. Веточка можжевельника, черенок на коренении. Подснежнички. Вот такие вот. Ну что же, это было такое вот видео. Если было интересно и полезно, ставьте пальчики вверх. Пока! Get up, get out of your bed, man.